Я уже сказал, что после позорной капитуляции почти все в мире нас жалеют, и почти никто нас не уважает. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашетян. У нас будет шанс встать, если мы покаемся перед собой на национальном уровне, первым и решающим шагом которого является устранение нынешней заговорщической хунты и испытание истории. В противном случае мы окончательно превратимся из государства в геополитический аппендицит, отметил он.